привет! Вы на канале Земной Татьяны. Если вы еще не подписались, не проходите мимо, нажмите кнопочку «Подписаться», а также на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Ну и поставьте лайк и напишите комментарий, если ролик вам понравился после просмотра. Сегодня в новинках не так густо, как хотелось бы, но все они меня порадовали, я думаю, так же, как и вас. Мы посмотрим новинки магазина, доната, а также комплектов и узнаем, как же получить новый золотой значок. Наконец-то прислушались к нашему мнению и решили, что в Хэллоуин надо все-таки что-то еще добавить. И поэтому узнаем, как же его получить и что для этого надо сделать. Ну что ж, начнем наш обзор. И в новинках доната у нас появились новые глаза, но, по-моему, они уже были у нас, зловещие глаза. Не так красиво они смотрятся, как старенькие, поэтому тратить на них я не советую. Ну и старый комплект, эксклюзивное предложение от Cosmo, он у нас также был. А в новинках магазина много чего интересного, так что давайте заглянем и насладимся. Наконец-то нам добавили новые волосы, я очень давно хотела что-то новенького. И вот цветные волосенки от Ilea. В общем, золотые волосы просто потрясающие, мне зашли. Я думаю, что я в ближайшее время только в них и буду щеголять. Новые ботинки, но они больше походят на уги, чем на ботинки. Опять же, они немножко блестючие и такие же сверкающие перчатки. Вот если было бы золото, я бы, ребята, не задумываясь, купила. Прикольный у нас комбинезон. Мне понравился цвет, я люблю также пастельные тона, но даже можно его и носить и без аксессуаров, которые к нему дальше идут. Второй комбинезон также у нас прикольный, но не так, как первый, розовый с черными полосками, на попе у нас какой-то прямоугольник. Дальше увидите, почему это у нас добавили. И такой вот куртка Космос «Простой народ». Простой народ. Ну, не знаю, вот, наверное, к нему ботинки и перчатки как раз идут. Дальше, что у нас? Новая прическа. Ну, вот эта прическа мне не сильно зашла. Хотя, интересный стиль, такого у нас еще не было. Вот эту прическу я точно куплю, потому что она интересная, какие-то черняшечки торчат. Дальше, лапы у нас, лапы. А лапы к чему у нас? К какому комплекту? Или к простому народу? Не, простой народ точно в меховых ботинках не ходит. Вот аксессуар к нашему комбинезончику. Но я думаю, и без этого он красиво смотрится. Так, и второй у нас розовенький. Я забыла, как это называется. Да. О, новая прическа, еще одна. Черная с серым. Тоже беру. И палочку, которую можно сделать. Трость чего? Крепыш. Трость-крепыш. Ну, ботиночки у нас с крыльями летучей мыши. Помните, у нас такие ботиночки давали бесплатно, только с крылышками, когда у нас был этот Гермес. И колготки с гетерами, такими черно-сиреневыми. На руках у нас браслеты, и браслетом идут и накоточки, и колечки. Ну, почему бы нет? Новые крылышки. Эти крылышки у нас были на ЛКВД, если вы смотрели, когда мы там поиском занимались пропащей девочки. Я эти крылышки увидела, захотела, и их добавили. Молодцы. Новые танцы. О, ребят, мне очень зашли прям. Наконец-то что-то очень такое девчачье, красивое, прям нежное. Прям сексуальное даже скажу. И второй танец тоже такой. Милейшее ограбление. Ну, слушайте, стоит на них раскошелиться, тем более они 700 рублей всего стоят, так что берем. Давайте по комплектам. Вот как раз этот комплект, про который я говорила, у нас был розовый комбинезон, а здесь все желтенькое. И на мальчика, и на девочку, и новая, не новая, но она не новая анимация, но она добавлена в комплект, и как раз она весь комплект этот окупает. Но мне такая анимация не заходит, поэтому пусть этот комплект за почти 8 косарей там и останется. Вот второй комбинезон, который я вам говорила, тоже с квадратиком на попинте. Дальше, анимация. Все уже ее скупили, то ее добавляли, то ее убирали, но я быстро успела и, в принципе, она так и появилась.
Я купила ее только из-за глазок и новой анимации. Но новая анимация почему-то прям страшная. Не в плане страшная, а в плане того, что, ну, походить с ней минут 5, я думаю, и достаточно. Я не так сильно много людей на локациях видела с этой анимацией, но как, не знаю, коллекция в анимашках, пусть она у меня будет и пусть также будет у вас, вдруг кому-то зайдет. Ну и золотой черепок со светящимся пламенем. Ну что ж, давайте теперь расскажу вам, как получить золотой значок. Те люди, которые в свое время не ходили на поиски девчули, не делали простых заданий, сейчас вынуждены тратить авакоинсы или авабаксы на зелье варенья в школе колдуна. Поэтому запаситесь деньгами и сходите в школу колдуна, наварите зелье, обменивайтесь с друзьями, чтобы быстрее все это получить. А кто еще до сих пор не знает, какие ингредиенты, где добываются, как все это происходит, зайдите, пожалуйста, на мое предыдущее видео и посмотрите, там я все подробно описываю и показываю. Ну и, наконец, сколько же эссенций нам надо добыть? Это всего Dark Essence 200 штук. У меня получилось больше, потому что что? Я заходила, пока снимала видео, во все локации, искала, показывала. Соответственно, я наварила больше этих Dark Essence и получила оба значка при входе. Поэтому я надеюсь, что вы тоже получите, потому что Хэллоуин у нас еще до 31 числа. А на этом, дорогие мои, я заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео вам понравилось, пишите свои комментарии. И увидимся с вами в следующих роликах. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока. Муа!